Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Уважаемые радиослушатели, подключайтесь, вы также можете звонить и задавать вопросы нашему гостю. И можно писать вопросы в WhatsApp 230-6191. 4 октября 1957 года СССР запустил первый искусственный спутник. Считается, что это таким началом космической эры. Вот для астрономов, для астрофизиков, для людей, которые изучают звезды, которым много миллиардов лет, эта дата имеет для вас значение? Конечно, имеет. Мы с друзьями поздравили сегодня друг друга, потому что мы не только изучаем звезды, мы следим за полетом спутников. Я родился в 1953-м, а в 1957-м полетел первый спутник, и я уже помню это событие, и оно повлияло на мою жизнь, на мою карьеру. Ну как же не отмечать? Вот, Владимир Георгиевич, фильм «Космическая Одиссея 2001», Кубрика, культовый такой фильм. Там у человечества уже есть база на Луне, они совершают пилотируемые полеты на Марс. Почему сейчас есть ощущение, что развитие остановилось? Ну вот, например, смотря этот фильм 1969 года, если я не ошибаюсь, снималось о том, что будет 2001. Нет такого ощущения. Нет, это неверное ощущение. Развитие приняло те формы, которые наиболее продуктивны. Сейчас летают роботы, а для людей путь в далекий космос пока закрыт. Это очень неблагоприятная среда. Это радиация, это перепады температуры, это необходимость запасы воздуха, воды, еды с собой транспортировать. Ну кому это надо, если робот исполняет те же функции, но намного надежнее, дешевле, быстрее и долговечнее? Ну, конечно, роботы. Да, вот вы пропали в тот момент, когда сказали о том, что вкалывают роботы, а не человек, если вспомнить фразу из известного советского детского фильма «Приключения электроника», и что, в общем, нет смысла человеку, получается, летать на другие планеты. Вот, например, американцы летали на Луну. В этом был смысл с научной точки зрения, или это было только такое идеологическое противостояние, это главный символ? Это был смысл и идеологический, и научный, потому что роботы тогда не могли заменить человека. Ну, идеология понятна, это соревнование двух систем, и американцы в то время выиграли эту гонку, а мы отстали от них на полшага. Но тогда смысл был. Сегодня я его не вижу. Сегодня роботы более продуктивны. И вот они уже на обратной стороне Луны, это китайские роботы, они на видимой стороне Луны, это роботы всех стран, которые до сих пор занимались Луной. Я думаю, люди вернутся на Луну, это достаточно безопасно и дешево. А вот так... Да, мы с вами, Да. А, наверное, связь не очень надежна. Нет, мы вас прекрасно слышим и... Да, хорошо, да. Я продолжу. Полеты на Марс, а это следующая ступенька после Луны, уже достаточно опасны для человека. Вообще говоря, может живой человек долететь до Марса, но потерять при этом значительную часть своего здоровья. Так стоит ли рисковать людьми, если роботы у нас уже достаточно умны и могут выполнять многие функции вместо человека? Так мы и развиваемся. То есть... Что дешевле и надежнее, тем и пользуемся. То есть, когда вы сказали, что чем позже человек полетит на Марс, тем лучше для науки, это вот одна из статей была такая. Вот, для науки вообще человек не нужен на Марсе, человек вреден на Марсе, потому что мы еще не исследовали возможности собственной марсианской жизни, а человек придет туда нашу, земную, и потом попробуй разберись, какая жизнь на Марсе была с самого начала. Нет, конечно, Марс — это заповедник, который надо исследовать стерильными, не просто роботами, а стерильными роботами, и ни в коем случае не принести туда образцы нашей флоры и фауны. То есть мы можем просто все испортить, если говорить такими простыми словами? Конечно, заразим Марс нашими микроорганизмами,
условия для их размножения там вполне достойные, и потом трудно будет отделить марсианских от земных. Что касается инопланетян, потому что эта тема периодически всплывает, в том числе и в научной дискуссии, есть даже определенные формулы, теория вероятности, сколько нужно планет для того, чтобы предположить, что, возможно, есть жизнь на других планетах. Вот если говорить с научной точки зрения, насколько серьезно ученые подходят к этому вопросу, поиску внеземной жизни сегодня? Задача. И она в свое время неплохо финансировалась, но поскольку не дает результатов, пока жизнь не найдена, разум за пределами Земли тоже не найден, государственное финансирование снизилось, но пожертвования частных лиц продолжаются, и наука в этом смысле работает довольно активно. Жизнь вообще очень интересный феномен. Конечно, нам найти варианты неземной жизни чрезвычайно важно, и тогда наши собственные биологические исследования продвинутся значительно. Я думаю, что мы найдем их в нашей Солнечной системе. Все-таки в Солнечной системе немало мест, где жизнь могла бы развиться, независимо от Земли. Это и Марс, и спутники планет-гигантов, например, планеты Юпитера и Сатурна. Там есть вполне благоприятные места для жизни. И эти поиски продолжаются, и это очень интересно. А по поводу внеземной цивилизации, дело в том, что жизнь не сообщает о себе, но разумная жизнь может это сделать. Мы посылаем радиосигналы в космос, мы посылаем лазерные лучи в космос, ну и ждем того же от внеземной цивилизации. Конечно, безумно интересно было бы поговорить с представителями иного разума, почитать их книги, окунуться в их библиотеку, да просто посмотреть, какие они из себя. Это стоит того, чтобы затрачивать на это усилия, и ученые этим занимаются. Есть мнение, что если разумная жизнь существует, велика вероятность, что мы находимся на разных ступенях развития и просто будем не способны понять друг друга. Или, точнее, мы, земляне, да, будем... Да, такая вероятность есть, и она очень большая. Но вспомните, когда мы приходим в пещеры и видим там наскальную живопись, нас от наших предков отделяют десятки тысячелетий. И тем не менее, мы хорошо понимаем их проблемы и то, как они жили, как работали. Археология вообще восстанавливает нам жизнь наших предков. Я думаю, мы можем показаться каким-то внеземным разумным существам, такими же дикими, но тем не менее мы найдем точки соприкосновения. Да, мы чего-то не знаем, они чего-то не знают, но мы любознательны и очень быстро выровняем свои уровни знаний. По крайней мере, хотелось бы этого контакта. Ну а что из него получится, покажет будущее. Но если верить фантастам, инопланетяне часто представлены в качестве агрессивной силы, которая хочет поработить землян и Землю, соответственно. Готовы ли мы, готовы ли научное сообщество, в случае, если, допустим, иная жизнь будет обнаружена, к тому, что инопланетяне будут настроены к нам враждебно? Ну, во-первых, не стоит верить фантастам. Они не более... ученые люди, чем сами ученые. А дело вот в чем. Наша жизнь очень тонко настроена. Например, существо, выросшее в других условиях, на другой биохимии, в принципе не может питаться нашими земными организмами. Состав аминокислот будет совершенно другой. Для них мы будем либо безвкусны. Я думаю, что Земля и человек на ней – это очень соответствующие друг другу сущности. И любой пришелец будет чувствовать себя здесь неуютно или даже воспримет нашу атмосферу и нашу планету как враждебную среду. Я думаю, что вариант захвата, порабощения – это настолько фантастика, что даже не научная. Это просто фэнтези. Вопрос от нашего радиослушателя Андрея, он в WhatsApp его прислал. А какие выводы сделают ученые, если в ближайшие, скажем, 100 лет жизнь обнаружена не будет? Ну, у науки всегда один вывод. Поиск надо продолжать. Мы, конечно, не уверены в его успехе. Мы уже более 60 лет занимаемся этой проблемой, и пока выяснили, что рядом с нами похожая на нас цивилизация, которая... радио воспринимает как основной источник коммуникации, нет. Это печально. Была надежда, что эти поиски увенчаются успехом раньше.
Но, конечно, никогда мы их не прекратим. Никогда. Это научная задача на тысячелетия. Будем продолжать поиски. Ну, вот астрономы недавно обнаружили воду на потенциально обитаемой экзопланете. Что это значит для исследований космоса и для всего человечества в целом? Вот эта находка. Ну, как говорится, мы ищем вариант нашей земной жизни. А вода необходима для... Но это самый универсальный растворитель, самая благоприятная среда для животных и растений, подобных нашим, земным. Вот что мы знаем, то и ищем. Конечно, планет, похожих на Землю, не так много. Из 4000 планет, открытых сегодня за пределами Солнечной системы, ну, дай бог, чтобы 5% было более или менее похоже на Землю. Но поиски расширяются, и в ближайшие десятилетия это будут уже десятки тысяч открытых планет. И среди них сотни похожих на Землю. И среди них будут те, на которых есть атмосфера с кислородом и вода на поверхности. А значит, вариант нашей земной жизни. Ну, не исключено, что есть другие варианты. Биологи сегодня пытаются сконструировать жизнь не на углеродной, не на водной основе, а на основе других растворителей и молекул полимеров. Если это удастся в лаборатории, значит, надо будет искать их в космосе. Это наука, она развивается. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон прямого эфира, звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олдис. Да, Олдис, слушаем вас. У меня такой вопрос. Вот мы помним дырку в космическом корабле, мы помним утопленную собаку, мы помним золото, которое было украдено с контактом в детали, да? Простите, я с трудом разбираюсь. Мы передадим вопрос нашего радиослушателя вам, когда он его задаст. Хорошо. Спасибо. Да. Да, Олдис, пожалуйста. Спасибо. Какой у вас мы вопрос? Не услышали ваш вопрос. А, мой вопрос такой. Мы помним дырку в космическом корабле, мы помним утопленную собаку, мы помним золото, которое попалось там с контактов, с деталей, да? Чем теперь Рогозин готов поразить Илона Маска? Вот такой мой вопрос. Спасибо. Ну, это вопрос уже к Роскосмосу. Видимо, имелись в виду дырки в МКС, строительство космодрома «Восточный» и так далее. Чем Рогозин собирается покорить космос? Вот так сформулировал вопрос Улдис. Ну, я не в ответе за планы Рогозина и за то, как они притворяются в жизнь. Нам тоже многое не нравится, что происходит в нашем космическом ведомстве. Я думаю, что этот же вопрос можно к любому государственному учреждению отнести. К сожалению, космонавтика потеряла приоритетное значение, романтическое значение, идеологическое значение. Она стала рядовой отраслью, где одни стараются работать, другие делают карьеру, третьи воруют, четвертые ошибаются. Это нормальное развитие любой новой технологии. Но мы стараемся, чтобы космонавтика по-прежнему возбуждала любознательность молодых инженеров, чтобы в нее шли лучшие, потому что это действительно перспективное дело, это действительно острие технологий. Я думаю, что в России скоро тоже изменится отношение к космонавтике. Мы, преподаватели вузов, пилотируемая это сделать. Пилотируемая космонавтика, она все-таки нужна, на ваш взгляд? Вот мы как раз говорили в начале программы о том, что роботы могут делать многое и могут делать даже лучше, чем человек. Пока ниша пилотируемой космонавтики сужается. Роботы становятся все более пригодными, дешевыми, надежными. И если говорить об эксплуатации космоса, об исследовании космических объектов, то, конечно, для человека все меньше места остается. Но человек такое существо, которое хочет дойти до границ возможного. Сегодня эти границы – Луна. Но завтра, может быть, благодаря Илону Маску, может быть, кому-то другому, границей станет Марс. Послезавтра мы полетим дальше, человек не успокоится. Я в этом уверен. Даже с риском для жизни, даже с риском для финансов, поскольку полет человека лучше, чем робота. Тем не менее, человек так устроен, что он хочет дойти до границ возможного. И эти границы все шире и шире. Пока это наша Солнечная система, но я напомню, уже создаются роботы для полетов к звездам, а значит, за ними пойдет и человек. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим наш разговор. У нас сегодня на прямой связи астроном Владимир Сурдин. Оставайтесь с нами.
Яндекс Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер, Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте еще раз. Слышите ли вы нас? Привет, привет. Мы продолжаем наш разговор, и вы также можете к нему присоединяться. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Алексей. Да, Алексей. Знаете, вот давно так хотел задать вопрос профессионалу. Мы учились в школе, нам говорили, что Солнечная система – это 9 планет. Потом в какой-то момент выяснилось, что у нас Плутон, по-моему, это не планета, это астероид. Потом как-то это вся затихла, весь все эти дискуссии. Вот что ваш собеседник может рассказать по поводу этой темы, как он вообще относится к развенчанию Плутона и вообще сколько у нас сейчас планет в Солнечной системе? Да, спасибо. Плутон не похож на большие планеты. Он своеобразен, он отнесен к новому классу космических объектов. Это очень здорово стать первым в новом классе. Лучше, чем быть последним в предыдущем классе. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Андрей прислал сообщение, просто реплика. Есть гипотеза, что жизнь уникальна, но очень редка, и в обозримой части Вселенной мы единственные. Это было бы печально. Скажите, у этой гипотезы есть основания? Да, у нее есть основания. 60 лет поисков ничего не дали. И, конечно, энтузиазм у нас немножко притих. Вероятно, не так сильно распределены цивилизации, так плотно они распределены в пространстве, как нам бы хотелось. Вообще жизнь редкая вещь, а тем более цивилизованная, разумная жизнь крайне редкая, мы это понимаем. На Земле почти 4 миллиарда лет была жизнь, а существо достаточно разумное, человек, появилось всего несколько, 3 миллиона лет назад, это капля в море эволюции нашей планеты. Конечно, разумная жизнь редка. А вот по поводу просто жизни мы пока ничего сказать не можем. Мы не исследовали, заметьте, мы не исследовали еще даже Луну. Мы не знаем, что в недрах Луны. Я напомню, что в недрах Земли до глубины в 3 километра есть жизнь. Вся кора нашей планеты пропитана микроорганизмами, и их больше по массе, чем нас, наземных существ, нас, китов, носорогов, птиц, деревьев. Так что на Земле жизнь в основном под поверхностью. Так что поиски жизни только начались. И говорить какие-то, поддерживать какие-то идеи по поводу распространенности жизни рано. Ну, не так давно в космосе китайскими астрономами были зафиксированы такие загадочные радиовсплески. Что это за такие таинственные сигналы из космоса? Ну, китайские астрономы тут не первые. Уже несколько лет такие радиовсплески фиксируются радиотелескопами многих стран, в Австралии и в других странах. А точно мы не знаем. Похоже, что это два типа явлений космических звезд. Мы их называем сверхновые звезды. Тогда огромная энергия выбрасывается в виде узкого пучка рентгеновских, радиооптических квантов, и некоторые достигают нас. Второй тип объектов – это сливающиеся, объединяющиеся вместе нейтронные звезды и черные дыры. Тоже приводит к взрыву определенному, другого типа. И тоже может генерировать такие рентгеновские. Еще есть один тип – звездотрясения. Дело в том, что некоторые компактные звезды обладают твердой корой. Нейтронные звезды имеют твердое покрытие. И когда происходит звездотрясение, то есть ломается эта кора, может выбрасываться короткий, мощный радиосигнал. В общем, идей пока много, это только начало исследований. Мы недавно обнаружили это явление. Китайские инженеры сделали крупнейший в мире радиотелескоп. Он вот буквально сейчас, в октябре, начинает работать, и мы ожидаем от него новых результатов. То есть, что касается как раз расшифровки этих радиовспышек, пока ученым не удается это сделать? Пока не удается, пока окапливается только материал. Ну, вот вы сказали о черных дырах, и как раз было получено первое изображение черной дыры, было показано миру, представлено такое собирательное изображение. В то же время ученые также говорили, астрономы, о том, что обещают предоставить и видео черной дыры. Вот насколько это может повлиять, опять же, на изучение в этой области и
Нет, я впервые слышу про видео. Дело в том, что даже изображение черной дыры, которое весной нынешнего года было опубликовано, на самом деле это радиокартинка, это не видео, не телескоп, а система радиотелескопов получила это изображение, и оно только на экран компьютера выводится как оптическое. На самом деле это радиокартинка, и, собственно, не черную дыру мы видели, а то, как свет окружающих ее газовых облаков преломляется вблизи черной дыры. Фактически это тень черной дыры, лежащая на фоне горячего газового диска ее окружающего. Саму черную дыру увидеть невозможно, но можно увидеть, как она меняет траектории световых лучей, проходящих мимо нее. Вот оказалось, что точно в соответствии с теорией относительности Эйнштейна. Это уже большое достижение. Но сомневаюсь, что в ближайшее время мы видеокартинку получим. У нас звонок. Живое изображение черной дыры. Это очень сложно. Звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Владимир. Да, Владимир. Насколько интересует политика сейчас в данный момент, в данное время, влияет на вот эти международные и на внутрироссийские планы по развитию космической отрасли? Спасибо. Спасибо. Правильно я понял, насколько политиками влияет на развитие космической отрасли? Ну, конечно, конечно, влияет. Дело в том, что, к счастью, американские, российские и прочие космонавты работают на единственной космической базе, это международная, ну, МКС, международная станция космическая. Это очень хорошее место, где политика практически не имеет значения. Там у нас полная дружба. Во многих других направлениях космонавтики, особенно в военных, а их много, конечно, идет конкуренция, идет взаимное расталкивание локтями, кто лучше, кто более совершенные аппараты сделает, как и другие страны, не имеющие своей космонавтики, могут покупать. Но это политика, смешанная с экономикой, понятно. Продажа оружия, продажа ракет для запуска других космических аппаратов. Все это экономика, связанная с политикой. И тут конкуренция России, Западной Европы и США, сегодня еще и Китая, довольно острая. Но ничего необычного в этом нет, это было всегда. И редкие моменты дружбы мы можем вспомнить, как программа «Союз Аполлон», там, но это редкие моменты были такого потепления климата. А в общем, всегда напряженная конкуренция, характерна не только для космонавтики, но и для большинства технических направлений. Космонавтика тут ничего особенного из себя не представляет. Это политика и экономика. Нормально. Хотел бы вернуться к черным дырам. Такая перекличка у нас получается. Радиослушатель спросил о политике. Но все-таки вот, что касается черных дыр, как бы вы могли описать или, может быть, дать характеристику обывателю, что такое горизонт событий? Черная дыра – это очень компактная масса, то есть ядрышко звезды, а обычно мы видим именно такие черные дыры, возникшие на месте жизни звезд, ядро звезды, сжавшееся до очень маленького размера, буквально в несколько километров. Гравитация рядом с ними настолько велика, что, приблизившись на определенное расстояние, вы уже никаких шансов не имеете вернуться обратно. Не только вы, не только ваша ракета – но даже луч света не может вырваться из окрестностей черной дыры. Вот то критическое расстояние, на котором это происходит, и называется горизонтом событий. Чуть дальше от него, и вы с большим трудом, но все-таки оторветесь от черной дыры из-за ее гравитационного плена, сможете избежать его. Чуть ближе, то есть внутри горизонта событий, а это, как правило, сферическая область вокруг черной дыры, вы уже никаких шансов не имеете вырваться из ее гравитационных лав и неминуемо упадете туда, в центр черной дыры, ну и пропадете там навсегда. Это граница. Граница между двумя областями. Двумя, как говорят, областями пространства и времени. Вот что касается времени, как оно функционирует? Да, оно довольно своеобразно меняется при пересечении горизонта событий. Если в нашем обычном пространстве, вдали от черной дыры, мы можем двигаться в пространстве в любом направлении, вправо, влево, вверх, вниз, но время течет всегда только вперед.
то, попадая внутрь горизонта событий, пространство для нас становится как бы времениподобным. То есть оно всегда втягивает нас в центр черной дыры. У нас нет шансов задержаться, зависнуть, выйти на орбиту. Нет, мы будем падать в центр, упадем в самую центральную точку, ее называют сингулярность, то есть особенность, особая точка. Мы не знаем, как там меняются свойства вещества, поскольку в лаборатории невозможно его создать. Но неминуемо упадем в центр, так же неминуемо, как мы движемся от сегодня к завтрому, от завтра к послезавтрому, и не можем повернуть ход времени. Вот так же мы не можем повернуть ход перемещения в пространстве, когда попадаем внутрь черной дыры. Ну, Стивен Хокинг в своей книге последней пишет о том, что в черных дырах время останавливается, там его просто нет. Это не совсем правильно, нет. Я думаю, сам Хокинг прекрасно знал, как меняются свойства времени в черных дырах, но учтите, что его книги для публики, они очень популярны. Они чрезвычайно упрощают ситуацию. Плюс к этому перевод, плюс к этому редактирование. Кстати, последние его книги я редактировал. Поэтому немножко ситуация упрощается, конечно. Она скорее такая, как я только что ее описал, чем в самых-самых примитивных, популярных книжках Хокинга. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот для ученых эти черные дыры, так сказать, представляют интерес. Вы там изучаете. А вот что для простого обывателя вот эти вот рассуждения о черных дырах дают? Спасибо. Спасибо. Ну, раз обыватель покупает книги, слушает на YouTube лекции, значит, что-то такое дают эти научные исследования черных дыр. Они дают перспективу. Точно так же, как в начале 19 века Майкл Фарадей рассказывал об изучении электричества в своих лабораториях, читал популярные лекции на этот счет, и публика собиралась, хотя дома у всех были свечи и камины, ни у кого не было электрической лампочки, телевизора, радиоприемника, айфона, но люди понимали, за этим будущее. Как-то фундаментальная наука даст выход технику и в наш быт. Точно так, изучая гравитацию, мы не надеемся, что это сегодня даст что-то полезное человечеству. Нет, нам пока еще достаточно ньютоновых представлений о гравитации. Наши ракеты летают, не слишком заморачиваясь относительно общей теории относительности. Но заметьте, уже начинают. Изучение черных дыр помогает точно описать гравитационное поле, физику гравитации. Именно рядом с черной дырой проявляются максимально ярко свойства гравитации. Зачем это нам в быту? Я думаю, сейчас у вас в руках какой-нибудь смартфон или планшет. На нем есть система GPS, GLONASS или какого-то другого навигатора. Так вот, если бы мы не знали свойств гравитационного поля, навигатор обманывал бы вас примерно на 4, 5, иногда на 6 метров. И когда вы едете в полосе, ну, на автомобиле, то навигатор не мог бы точно подсказывать вам, как сменить полосу, как повернуть в данном месте шоссе, потому что учет релятивистских эффектов, то есть связанных с общей теорией относительности, он необходим для точной навигации с помощью, ну, например, системы GPS. Вот выход наших фундаментальных исследований черных дыр. Прямой выход в нашу сегодняшнюю жизнь, в наш быт. Вам этого достаточно? Еще вопрос от нашего радиослушателя Андрея по WhatsApp. Он спрашивает, когда детектируют реликтовые гравитационные волны? Нобелевку за это дадут? Хороший вопрос. Когда? Конечно, дадут. Только я уверен, что это произойдет не скоро. Дело в том, что гравитационные волны уже зарегистрированы, уже несколько лет, и Нобелевка за это получена. Но это гравитационные волны очень мощные. А реликтовые гравитационные волны, они родились в самые первые мгновения жизни Вселенной. И до нас они в очень ослабленном состоянии доходят. Мы уверены, что они есть. Но чтобы их зарегистрировать, нужно во много-много раз более чувствительные гравитационные антенны сделать, чем они сегодня созданы на Земле. А
и сегодня это верх технологии. Когда сказать трудно. Если к тому времени Нобелевская премия еще будет вставать, ее дадут. Николай спрашивает у вас, есть такие объекты, как квазары. Как вы думаете, откуда у квазара столько энергии, чтобы светить, как вся галактика? Гравитационное поле обладает большой энергией. Когда кирпич падает со стола, да, у нас возникли проблемы со связью. Сейчас мы постараемся вас вернуть. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Задавайте вопросы. Владимир Сурдин, астроном, с нами сегодня на прямой связи по скайпу. Говорим мы сегодня о космосе, о черных дырах. Ждем ваших звонков, ваших комментариев. И Владимир Сурдин возвращается к нам, да, на связь. Да, снова с нами в эфире. О квазарах, да, мы как раз говорили. Слышите ли вы нас? Выделяет так много энергии, что это гораздо больше, чем, скажем, кусок урана такого же, такой же массы, который взрывается в атомной бомбе. Обычный кирпич, обычный баллон с газом, падающий в черную дыру, и весь земной шар в течение нескольких суток, весь земной шар. Именно так устроены квазары. Это большие галактики, в центре которых находятся очень массивные черные дыры, и туда постоянно падает вещество. Они поглощают пролетающие мимо газа, другое вещество, и падая в черную дыру, это вещество нагревается, очень ярко светится, и поэтому мы видим их с большого расстояния. Итак, энергия квазаров – это энергия гравитационного поля. В этом загадки уже нет. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира нашей студии. Звоните, у нас остается несколько минут до конца, и у нас есть звонок. Здравствуйте, да, как вас зовут? Алло? Слушаем вас, да, задавайте вопрос. Здравствуйте, вот по поводу изменения движения времени. Сколько раз читал, не могу до конца понять. Если я дышу за 10 секунд 10 раз, я что, на горизонте событий, это что-то изменит ситуацию? Я буду дышать более быстрее или медленнее? Или это меньше времени займет? Вот это изменение времени на горизонте событий. Но если бы мы жили у поверхности черной дыры, вспомните фильм «Интерстеллар», а время вблизи черной дыры шло бы совершенно иначе с точки зрения далекого наблюдателя. Для нас все бы происходило привычным образом. Но для того, кто смотрит на нас в телескоп издалека, казалось бы, что у нас все тут замедлилось, остановилось и практически замерло навсегда. Это свойство пространства и времени. В этом нет загадки, это общая теория относительности описывает очень точно. Для нас это непривычное свойство. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Владимир Сурдин, астроном, у нас был сегодня на прямой связи из Москвы. Всего доброго и до свидания. Всего доброго, до свидания. Спасибо.